Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо, что пришли сегодня на наш концерт. Спасибо. Сейчас потихонечку настроимся и начнем. Сегодня мы поиграем старых добрых песен, старых добрых танцев. Те, кто любит, нас поймут и поддержат. Повод, собственно, по которому мы сегодня собрались, это не, ну, это, конечно, значительный повод, но, как сказать, он такой спорный, поэтому мы не отмечаем вот прям вот сам факт того, что 100 лет назад в апрельские дни в Дублине случилась революция, который поддержал, кстати говоря, наш, не знаю, не хотел бы его называть нашим, потому что он не наш, но нам известен, Владимир Ильич, который сказал приблизительно следующее, он сказал: «А ведь чуть-чуть бы подождали, и все бы получилось». Вот, поэтому тогда, 100 лет назад, это была первая просто ласточка такая, и там столько, знаете, было всяких движений и течений внутри этой революции, что даже и говорить об этом не хочется. А мы бы хотели посвятить сегодняшний концерт всем тем людям, которые, ну, как-то жили, кормили овечек, радовались солнышку, а тут бац, вышли, хоп, революция, а потом не досчитались половины семьи, например. В общем, всем тем невинным жертвам, которые, ну, как-то пали внутри этой всей бойни. Вот, конечно, результатом этого всего стала независимость нашей замечательной страны, которая дарит нам вот через музыку столько радости и такого чего-то светлого, чего у нас, ну, как-то нам лично не хватает, поэтому мы это все играем. Не из-за того, что мы такие приверженцы, так сказать, кельтской какой-то особенно языческой религии и так далее. Но, во всяком случае, в этой музыке столько солнца и столько всего вот хорошего, что просто погружаясь в нее, думаешь, как все-таки хорошо на свете жить. Вот, собственно, вот об этом сегодняшний концерт. Welcome! Good time. It will be a lucky trip. Let's hit the big time. This is the story of honor and glory, pride and devotion.
Песня про девушку из города Голвей. Девушка, Коль, как тебе сказать? Она такая непростая, потому что, в общем, ее заметил один американский хлопец, который приехал, в общем, полюбоваться на то, как жили его предки в Ирландии. И, проходя мимо выпускного вечера в городе Голвей, заметил девушку. Вот. Ну и пошли погуляли, вот, а потом она говорит: слушай, дождь идет, может, домой ко мне? Как раз, видимо, родителей не было, все как сегодня уехали на картошку, которая, слава богу, после известных событий, в общем, в избытке в Ирландии растет теперь. Ну вот, ну и все, а утром ушла. А он понял, что, ну, как бы, вот у него билет до дома, на самолет, ну и все, больше они не встретились. Так что девушка, как сказать, настоящая ирландская девушка, сделала все, что нужно на выпускной. I met a little girl and started to talk and find some day. I asked you, friend, what I fell into. Cause her hair was black and her eyes were blue. And you right there, I'll be taking a whirl around the soul hill from where the going. Thank you.
Спасибо большое. Следующая пьеса посвящается всем тем, кто работает в порту, так или иначе, поскольку остров, но никуда не денешься. Знаете, есть такой даже анекдот у тех, кто на острове живет. Один другого встречает, где бы они ни встретились. Разговор такой: куда идешь? Куда иду? К морю. Долбанный остров. В общем, всем тем, кто работает в порту. Bye-bye, Саня! Okay. Песня тоже о тех, кто работает в порту, но иначе. Не так, как те. О настоящих моряках, которые, прибывая в порт, сразу по женам. По чужим. Чаще. Вот.
такая, на самом деле, традиционная песня, и тема всегда вот общая. Приезжает парень, видимо, ирландский боец, ирландский, в смысле, матрос, который сходит в Лондоне на берег. Ну вот. Тут же ему попадается девушка, ну, как бы по пути. И говорит, ну что, говорит, морячок, прогуляемся, как обычно, это бывает. Морячок, значит, что-то везет, во всяком случае, золотые зубы капитана точно. Вот. Ну и приводит его в соответствующее место, ей знакомое. Он все это понимает прекрасно, что заказывает одно, другое. Потом говорит, ну все, все застелено, горничную я отпустил, и пойдем уже. Вот. Ну и поднялись наверх. Прошло там какое-то время, 40 минут счастья. Вот, девушка заснула. Ну и, соответственно, что делает Шон в Лондоне? Он всегда на чеку. Поэтому он забрал все, что было у девушки, от предыдущих матросов из, так сказать, Португалии, Испании там, и так далее. А там было, буквально там перечисляется серебряная табакерка, 15 фунтов. Кольцо с бриллиантом, там, карат на 20. Закрыл ее в номере и вернулся на корабль. Один только человек одобрен. Thank you.
сыграем такой традиционный танец, традиционный для всяких деревень. Я думаю, что вообще, в принципе, если сердце откликается, то значит музыка твоя. Музыка не имеет национальности, как мы заметили давно уже. На примере вот России, например, прижилась же цыганская песня. Так что, в общем, традиционный деревенский наигрыш. Просто написанный в России до пришествия цыган.
Вот зачем таким людям, которые такую музыку сочиняют, революция, скажите? Это же явно была провокация. Но это с некоторых пор только пошло. Алло, англосаксы. На самом деле все, насколько там запутано все. У меня даже один раз в одном клубе после нашего концерта случился такой прям очень серьезный, чуть ли не до драки дошел разговор с одним ирландским парнем, который уже накачался серьезно. Он говорит: какого черта вы это все играете? Вы что, в этом что-то понимаете? Я говорю: тебе что, не понравилось? Он говорит: нет. Мне все понравилось. Ну просто. Он говорит, вы говорите, откуда вы знаете? Причем он серьезный вопрос такой был, откуда вы знаете, что такое голод? Что такое революция? Что такое война? Я говорю: чувак, давай пока друзья рядом, лучше разойдемся по разным углам. Вот. Поэтому, в общем, все это, конечно, разговоры такие, пускай ими занимаются политики, которые там гоняют эти самые слоников золотых туда-сюда. Ну, а музыка, она очень общая. Следующая песня, да, тем не менее, была написана в середине прошлого века, написана одной Тинкер. Женщины, тут такие были люди, которые лудить, паять кастрюли, ведра и так далее. Ну, вот, была такая Маргарет Берри, написала песню о волшебном камне, который по преданию приносит дар красноречия. She met a lovely colleague and she smiled as she passed by. She says, I am a stranger and lonely all alone. Won't you kindly tell me where I find that little bloody stone? There's a bloody stone in a carry, there's a bloody stone in glare, there's a bloody stone every glow and the sweating is there. There's a bloody stone in Sligo and another in Mio. She's a devil's son in Ireland, but she'll find a bloody stone. Sure, I know he comes from Galway, I can tell it by his robe. She never was a girl, and never was a noble. And since you are a stranger, where the river shelly moves, I'm the only bloody stone I know is underneath me, no soul. There's a bloody stone you carry, there's a bloody stone you live. There's a bloody stone every glow, and there's plenty in there. There's a bloody stone in Sligo, and another in Mayo. Should have had a right time in Ireland, but you'll find a bloody stone.
Следующая композиция написана нами, называется она «Собственный пленник», посвящается всем тем, кто никак не справится с химической зависимостью. Настроение. Хорошо, хорошо, хорошо.
А что на дачу не поехали? Ради концерта, да ладно. Так приятно. Хорошо. Нет, тут дать чуть-чуть. Ну и вот песня такая специальная для сегодняшнего вечера. Потому что вот она как раз была написана, первая часть этой песни была написана 100 лет назад, как раз в те самые дни, когда впервые решалась судьба Зеленого острова. Вот. Но поскольку она слишком такая революционная, революционных песен мы наелись в свое время, поэтому мы, в общем, отдаем просто дань тому, что вот случилось тогда, и такой делаем мостик 100 лет назад, а потом во вторую часть мы как бы наоборот решили посвятить самому дорогому, что у каждого человека в жизни есть, это любовь, чувство, ради которого, собственно говоря, музыка и существует. Ну и как раз хотели бы посвятить вот эти две песни тем несчастным людям, которые отдали свою жизнь в борьбе за светлое будущее. Несчастные ирландцы, да. Хорошо, что у них вовремя это остановилось. Down the glen, one Eastern morn, in a city fair or dying, there are lines of marching men in squadrons fast. No pipe did hum, no bell drum did sound its dread tattoo. But the angel's bell of the living's well rang out through the foggy. Right proudly high over Dublin town, they hung out the flag of war. So what's better to die 'neath an Irish sky than at silver sword Elbar?
And from the plains of royal myth, some men came hurrying through. While Britannia's hunts with their long-range guns sailed in through the forest. Спасибо.
Песня про то, как бывает все кувырком. И как от этого нехорошо на душе. Oh,
Спасибо. Песня, которая посвящена по-настоящему печальным событиям в Ирландии, это когда был настоящий голод, в результате чего практически половина страны уехала в Америку. Вот. До сих пор продолжает скучать. Поэтому первый парад, посвященный Дню Святого Патрика, прошел, как ни странно, в Нью-Йорке, а не в Дублине. Это американская чисто, так сказать, традиция проводить парады по поводу Дня Святого Патрика. Ну вот, а песню эту, которую мы сейчас вспомним, ее написал Шейн МакГоуэн, наверное, всем любимый, заслуженный артист, практически председатель Верховного Совета всей диаспоры, так сказать, фолк-панка. Вот. Впервые эту песню в России исполнили наши замечательные друзья из группы «Шивор», жители Холмов. Вот. И она больше известна в исполнении Максима Бонюшкина, мы решили сделать свою версию. Younger by the pale jeans upon the sand, for the dead from the great hunger, for the dead from the great hunger. Although I was a doctor's son, I gazed in fear and wonder as they perished from the raging plague. They came in from the great hunger, they came in from the great hunger. Today on the Corey Show, I watch.
watch when I was much younger, while the buildings upon the sun, for the dead from the great hunger, for the dead from the great hunger. Пьеса с нашего последнего альбома называется «Темный остров». Это больше же, наверное, шотландское, конечно, произведение. Хотя написал его практически Вадим Бедов. Он молодец. То слово. Всякие да, перестройки, потому что, знаете, есть специальный строй для островной музыки. Он отличается от цыганского, к которому мы все привыкли. Буквально 5-7 минут. Впрочем, между ирландцами и шотландцами такие отношения очень натянутые. Конечно, это приблизительно так же, как и между нами и замечательной европейской страной, которая находится поблизости. Да-да-да, но да, только в присутствии свидетелей обычно они себя ведут так шумно. Ну, вот, потому что если их оставить вместе за одним столом, просто вот одних, вот, ну, допустим, ирландцы-шотландцы или нашего ближайшего соседа и нашего брата, так сказать, то наверняка польется рекой то самое теплое и настоящее. Guinness, yes.
такая вот песня, такая вот. Дальше песня для тех, кто не выдерживает лета. Так или иначе. Называется она «Возвращайся в сентябре». То есть вот есть же добрые люди, которые отпускают близких на лето. И говорят, ладно, давай уже. И в сентябре возвращайся. Редко возвращаются. Но надежда всегда. Видимо, с этим умыслом была написана песня «Возвращайся в сентябре». Понятно, что... начинают скучать. Песня, которая была написана не так давно нашим английским замечательным другом Нилом Хаммондом, который вот ему сказало правительство. Ну, они все, кто сюда так или иначе приезжают, англичане, они так или иначе шпионы. Говорил, Нил, как же так? Ты был с нами все это время, все 90-е, и вот чуть-чуть от начала 2000-х. Он говорит, нет, задание партии, еду в Польшу. В Польшу он пробыл недолго, уехал в Канаду. Вот. Но мы ему сказали, okay, man, come back in September. Вот. И вот он, на самом деле, написал очень трогательную песню, посвященную тому замечательному времени, когда мы жили при демократии в 90-х годах. И, в общем, думали, что мы станем звездами и будем собирать стадионы. Этого не случилось. Давай. Песня на самом деле очень трогательная, посвящена всем
тем друзьям, которые по тем или иным причинам отсутствуют вот сегодня, или вчера, или будут отсутствовать дальше, по которых мы любим и которых мы всегда вспоминаем добрым словом. Cakes cool while the right children wait. Their mothers are at the store. Sweet Georgian wine takes its turn around the room. Talking months singing and trying to tune. A plywood guitar from Betty B. Shoes at the door. Little woman, but you don't know what for. Sing the last song of the last encore. Always been blessed with nothing as great. Fixing your eyes on the icon set fame. The dream to the smoke and the alcohol trance to another's taking its place. Shake your head slow, turning back to the room. Drunken monks sing to a red army tune. Changing each word while the grandmother stands and the old song sings in our tree. Yeah. Средиземноморские произведения. Это своя жизнь, круто. Хотел бы я там побывать хоть раз. Называется «Свежие раки». Посвящается всем тем, кто жарит шашлыки. Сейчас за городом. Написано нашими друзьями испанскими
группы Pirouette. Замечательная музыка. Приехали опять на берег.
ближимся уже к концу. Мы не могли вот сегодня обойтись без таких вот, так сказать, ставшей уже классикой песен ирландских, поэтому мы все-таки споем песню, которая называется «Старый грязный город». Она вполне такая вот революционная. Не знаю, может, ее писали, конечно, друзья Льва Троцкого, но в Ирландии она стала своей. Вот, и нам она очень мила. Шон Троцкий.
Ну и знаете что, напоследок мы сыграем наигрыш, совершенно замечательный. Ну, конечно, тоже шотландский, вот, но уж очень вот нам милым показался. Вот. Ребята даже не знают, что это такое. Нам, как, когда я говорю «нам», это значит «мне». Я привык себя на «вы» называть. Молчание. Да, нас много. Совсем заключительная и такая праздничная композиция посвящается всем женщинам, присутствующим в этом зале.
Называется она Dancing Marion. Вадим Бедов, акустическая гитара и мандола. Александр Шершенидзе, 12-струнная гитара. Ром Томилин, бас-гитара. Андрей Байрамов, вся перкуссия. Спасибо, на самом деле, что пришли сегодня, прям очень приятно с вами. Хочется тоже сейчас такое видео. Спасибо. Приходите еще на наши концерты. Ближайшие, на самом деле, у нас состоится на Дикой Мяте. Большое выступление, мы будем там играть. Фестиваль такой есть, Дикой Мяты. Это будет, точно сейчас скажу, будет 25 июня. Мы там играем заводную очень программу, такую прям такой настоящий фолк-панк. Вот, под другим названием. В смысле, мы называемся, в случае, когда мы выходим из себя, мы называемся не Арткейли, а называемся Бригада Святого Патрика. Ну, вот, все это будет происходить 25 июня. И это Тульская область, насколько я знаю. Ну, достаточно просто посмотреть в интернете, что такое Дикая Мята. Вот. Приезжайте, там всегда хорошо. Тот, кто там был один раз, всегда хочет вернуться опять. Thank you.
Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Увидимся. Праздник, спасибо за победу.